Лекция на тему принятое снаряжение департамента. Пояс офицера состоит из две пары магазинов с патронами, тазер, рация, фонарь, две пары наручников, пара перчаток, телескопическая дубинка, табельное оружие Глок 19, перцовый баллончик, дубинка. Снаряжение, получается, юнита состоит из огнестрельного оружия Глок 19, потом карабин М4, дробовик. Все эти оружия должны быть закреплены, но, получается, Глок 19 у вас находится в кобуре, карабин М4 и дробовик у вас находятся в крузере полицейском. Так. На этом лекция окончена пока что.